чем запомнится. Что-то все плохо было. Грустно. Ничем. Обычный год. Вышла на пенсию. Самое большое достижение называется. Вот и все. Молодежь стояла около дороги с цветочками. А я не поняла даже, что. Дети на меня орут. Мама, не выходи. Это страшно, опасно. Ну, дети, правда, я сама не видела, как волокли молодежь. Это было страшно. Ну, нехорошие вот эти выступления. Я воспитанник советских времен, поэтому мне не нравятся вот эти все скачки. Не знаю, этим ничего не добьешься. Как-то надо по-другому, по-умному. Я не в курсе, я вообще не политикан и не влезаю в эти дела, все. Коронавирус, ну, несомненно, вот заставили, видите, как нас на морднички одевать. О, только не коронавирус. Нет, вот выборы, да, мне понравились. Ну, тем, что наш народ не может понять и принять нашего дорогого президента. Вот и все. Вот эти вот митинги, выступления, это ничего не докажет. То, что выбрали, народ, значит, знает, кого выбирает. Уходящий год был очень-очень такой на события, очень... такой очень насыщенный, невзирая на то, что как бы год тяжелый, но событий очень много хороших. Вот, как бы я съездила зимой на лыжи, еще успела до пандемии покататься. В Альпах были мы с детьми, с дочкой. Дом продала, в квартире ремонт сделала, машину продала, отношения новые завела. Ну, я не знаю, как вообще просто тут все со всех сторон. Ну, как бы хорошо все равно, невзирая на все на этом. Поэтому хороший год.